Ну что, друзья, из четырех художников, которые я приняла в галерею за последние 2 месяца, у двух уже случилась продажа. Представляете, как здорово! Я всегда очень радуюсь, когда такие отличные результаты получаются. Но все-таки говорю художникам, что, конечно, не ожидайте быстрых результатов. На самом деле, иногда для этого требуется месяц, может и полгода, чтобы случилась первая продажа, потому что все очень зависит от стиля работы, от темы. Да, мы смотрим, насколько это подходит, востребовано на площадке, и нужно найти свою аудиторию вначале. Но действительно случаются и такие истории успеха. Я очень этому рада. Кстати, художницы очень разные по стилю. Одна работа выполнена в классической технике, это натюрморт, а другая картина – это современная абстракция. Так что нельзя говорить, что то или то сейчас более востребовано. Покупают все.